Названо имя «Мисс Тверь 2019». За титул главной красавицы города боролись 16 девушек в возрасте от 16 до 23 лет. Участниц и зрителей в этот вечер ожидала насыщенная программа. В этом году конкурс прошел под статусом юбилейного, и, конечно, его неизменным организатором выступило модельное агентство New Fashion Look. 5 лет, как мы организуем этот конкурс, и 30 лет, как вообще этот конкурс проходит в нашем городе. Конечно же, у нас будет и творческая часть, так как всем в том году это понравилось, и в этом году мы решили опять это сделать. Конкурсантки на отлично справились с вопросами от жюри, проявив остроумие, а в творческом конкурсе показали себя во всей красе, представив танцевальные, вокальные и поэтические номера. Шоу этого года отличилось разнообразием модных выходов. Ярким моментом, конечно, стало дефиле в купальниках. Также девушки продемонстрировали аксессуары торжокских золотошвей. Специально для конкурса «Мисс Тверь» своей коллекции предоставили и столичные дизайнеры Владимир Дегтярев линию деловой одежды. Данная коллекция вообще создана для того, чтобы показать, что офисный стиль – это не обязательно белый верх, черный низ, что его можно интерпретировать по-разному. Девочки отыграли все, как мне надо, и показали одежду именно в таком ракурсе, как она должна была выглядеть. Поразило всех и финальное дефиле. Девушки вышли в вечерних платьях студии одежды «Золотой песок» и авторских шляпках дизайнера Анны Андриенко. На церемонии награждения участницы получили массу подарков, в том числе и от генеральных партнеров конкурса. Впервые в состав жюри «Мисс Тверь» вошли представители конкурса «Мисс Россия». Конечно же, я приехала посмотреть девочек на дальнейшее участие, потенциальное участие в национальном конкурсе «Мисс Россия». Больше всего мне понравился конкурс талантов. Я знаю, что девочки готовятся у нас тоже на «Мисс Россия», они уделяют этому большое внимание. Очень многие действительно поразили, покорили. В итоге звание «Мисс Тверь» удостоилась 19-летняя студентка Тверского госуниверситета Полина Шкваркина. Как признается победительница, в будущем она мечтает открыть языковую школу с авторской методикой преподавания. Это же было для меня неожиданно, но нужно всегда рассказывать Вселенной о своих желаниях и не думать о том, в какой форме оно должно исполняться. Просто открыть дверь у себя в голове и войти в нее в реальной жизни, когда она распахнется. Я очень рада. Я победила себя. «Мисс Тверь 2019» получила массу подарков, в том числе и шубу от организаторов конкурса. Самым значимым призом стало приглашение на кастинг «Мисс Россия», пройдя который, Полина Шкваркина сможет представить Тверь на федеральном конкурсе красоты.